Инструкция по фрамуге. Половину мы уже сделали. Сначала кладется два боковых листа, потом устанавливается сама фрамуга и ложится третий лист, это отдельная половинка. Потом дальше обрезается с нахлестом лист, все прокручивается, перфолента одевается там, и остаток вот этого листа уже одевается снизу. И также одевается лента с перфолентой и профиль торцевой, и прокручивается. И будет фрамуга. О, стоп. Было со всех сторон нахлёст. Нужно этот лист положить, и в конце вот этот. Выпускаем. Здесь обрезается перфолента с профилем, здесь профиль. И потом прикручивается. То есть везде нахлёст идёт. Также здесь такая вот фрамуга. Ручки на примере стеновой форточки. Это капля, в принципе, не имеет значения. На всех форточках, где ставится такая ручка, принцип один. То есть сама ручка крепится форточки с помощью болта М8, в данном случае он на 60, на расстоянии 5 сантиметров от низа форточки сверлится отверстие. В форточке с наружной стороны вставляем болт, ручка, гайка и затягиваем. Далее два отверстия под винта, винты М6, примерно вот такое вот расстояние, 11 и 21. Это для того, чтобы в ручке было два положения. Раз, поставили, уперли. Для большей эффективности вот в этом вот месте лучше просверлить в прогоне отверстие 6 миллиметров в диаметре примерно, чтобы винтик вот этот туда вставлялся, вот, например, как вот этот, вот, оп, и он не вверх, не вниз, все, он будет вставлен и зафиксирован. Также второй винтик. И цепочки. Цепочки сверлятся на расстоянии примерно 20-25. Сейчас посмотрим, сколько тут сделано. Да, 30 даже сделано. Ну, это тоже нормально. 30 сантиметров от края. Вообще нужно смотреть по длине цепочки. Вот как она встанет, так и хорошо. И с небольшим запасиком. То есть, чтобы было небольшое охождение. Прикручивается вот с этой стороны саморез и изнутри арки. Раз, закрыто.